Время и позволить обращаться. Боже, посекай внутри тела это дело, во имя их непозита, печаль, те же родовые отложения, начинать это крещенное влечо, во имя их непозита, прямо сейчас, во имя их непозита, прямо сейчас. Жировые наполнения отклад, растаскивай, жидкость, выходи из этих мешков, выходи. Дух Святой, я благодарю тебя. Спасибо, Иисус, спасибо, Отец, за то, что ты носишь, спасибо. Дух Святой, спасибо за то, что ты делаешь, Дух Святой, сделай, прошу тебя, во имя Христа. Приказываю сейчас, растаскивай, с ним шишки. Шишки растащились. Жарко стало, живут тут не болит, а жарко не болит. Спасибо, Иисус, спасибо, нормально сейчас чувствую, руки ноги не имеют. Проверь. Есть еще? Так же там? Да? В одном месте только? Два, а в другом месте? Нет, да? Так же там, да? Спасибо, Иисус, спасибо, Отец. Спасибо, Иисус, спасибо, Отец. Спасибо, Иисус, спасибо, Отец. Во имя Иисуса Христа. Благодарю тебя во имя Иисуса Христа. Жировые отложения исчезают. Я приказываю шишкам отложить очистку. Растворяйтесь во имя Иисуса, растворяйтесь, Дух Святой, спасибо, Дух Святой, спасибо тебе, Иисус, спасибо, Дух Святой, ты сложные вещи делаешь простыми, спасибо, Дух Святой, спасибо, Дух Святой, благодарю тебя. Спасибо, Дух Святой, спасибо. Шишки растаскиваются, жировые отложения растаскиваются, шишки растаскиваются. Но меньше стало уже сразу. Попробуй. Меньше, да? Ты ощущаешь, что меньше стало? Оно уменьшается сейчас. Спасибо, Иисус, спасибо, Отец. Во имя Иисуса Христа я говорю и приказываю всем шишкам сегодня же рассосаться. Сегодня же вы растаетесь и полностью исчезнете из тела. Во имя Иисуса, буквально, за короткий промежуток времени. Во имя Иисуса Христа. За короткий промежуток времени вы растаетесь и исчезнете. Сегодня ты увидишь, как, ну, в общем, ну, надо вот сегодня, завтра еще, все, но еще не помню. Ну уже вот уже где-то, ну на какой-то часть, ну не половина чуть этот, но уже меньше там. А как чувствуешь сейчас? Жарко стало, да, в жар кинуло, да?